Неприятно вот эта ситуация, да? Нет, ну просто непонятно, зачем. Мама. Да нет, все понятно, все как бы. Ну, мама, просто непонятно. Моей просто там хотят Сергея погнать из дома. Просто сам факт, что они хотят просто выйти. Отец Сергей, а вы объясните, пожалуйста, а как вы могли оградить землю и начать на ней какую-то деятельность, не получив ее ни в пользование, ни в аренду? Это самозахват какой-то получается или нет, по-вашему? Однозначно самозахват. Вы признаете, да? Ну, а что ж тут? Я же не такой дикий, как представляет, удивляюсь. Это не силосная яма. Это хранилище для картошки. Дальше, по поводу захватов. Вот проезжали земля пропаханная. Видели? Это тоже самозахват. Это тоже мой самозахват. Три раза писал заявление министерства, дайте мне землю. Работаем же. Реально работаем. Не хотелки какие-то. Не соображений, что я вот что-то здесь намыслил. Вот как люди здесь измышляют. И в храм не ходят, и вон всякие, и в Москву пишут, и т.д. и т.п. Отец Сергей, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к тому, что, ну, по крайней мере, как местные жители заявляют, они отказываются после этих конфликтов входить в церковь? Кто из них ходил в церковь? Начнем с того, простите. Кто из них ходил в церковь? То есть они даже и не ходили, да? Они не ходили. Начнем с того. Уже 12 лет здесь храм. 3 года как здесь совершаются службы внутри, в этом храме, потому что до этого времени тоже в администрации попросили помещение, вот этот домик, там его обустроили под храм. Не ходили в храм. Но у вас паства-то все равно есть какая-то? На себя говорю, наговаривать не хочется. Придите в воскресенье. Это будет реальным доказательством. Каждый из людей, даже вот вы сейчас этот репортаж пустите в эфир, масса людей тоже расколется. Одни станут на мою сторону, другие на сторону людей. Дайте людям доказательства. Участок огорожен. Ваш участок тоже огорожен. Но это же... Приходская земля не может быть огорожена. Потому что это почему? Земля приходская. Ну, церковь для людей или люди для церкви? Объясните. А что, кому-то будет закрыт доступ? Ограничение что? Получается, да. Почему же так? Ну, что у вас так получается? Вы уже говорите, что живете не знаю, сколько. Храмы все за оградой. Кто там не может зайти? Кому-то написано. А в деревнях ни одной ограды нет. Вообще ничего нет. За что вы меня распекаете? Никакого забора нет. Ну вы же сказали, поставите. Вы же лично говорили. Буду ставить, конечно. Вот. Ну что за неразумные, а? Ну вы же сказали, что будете ставить. Ну о чем здесь воду вступит? Когда поставить уже поздно будет. Так здесь, если будет забор, и ворота будут, чтобы зайти сюда. Вот. Ну, что вот? Да, и к дому мне будет не подъехать. Давайте сначала доживем до этого времени, чтобы меня вот так вот за будущее обвинять. И будет не подъехать, потому вот, что... Вот уже сейчас за будущее меня обвиняете. А потому что мы смотрим-то. Ну? Будущее-то. Вот-вот, сидим себе поверили, возле телевизора. Смотрим раз. Сидим возле телевизора и там и смотрим. О, вот. Плохой. Ага. Ну что, дети занимались, вот гора. Они возили, там учились. Вы им, все загородили, и а у нет них доступа там трамплин до сих пор. Был. Нету туда доступа. Обманываете. Идем сейчас проведу. Вместе с пойдемте, видео. Пойдем. Да идем, да, мама дорогая. Ну идем. Мы приехали 10 лет назад. Мы ходили пешком, покажите, Потом добавились на как бы все сажали в войну, эти все выпускники. Вот, как бы это святое место у нас. Но дело в том, что как бы мы показали, где границу. Ну возьми вот столько, вот все. И он как бы отгородил тогда. И говорит, нет, а он больше тогда загородил. Отставляй столбы дальше. Вот так вот, как тебе вот сейчас сказали. Люди согласились, ходили комиссии, мы людей я туда брала, все. Главу района приглашала, он, кстати, нас депутат Завадских. Вот. И мы ходили, как бы определились, ну, ему опять надо больше. Вот запустение это было лучше, да? А мне намного больше нравится, что сейчас здесь происходит. Я здесь выросла
я, мой папа, моя бабушка, моя прабабушка. И всю жизнь здесь была такая роща, и всю жизнь здесь мимо шли коровы туда на поле пастись. И, Гош, тебе мешают? Вот честно, Гош, скажи, тебе коровки мешают ягодки собирать? Нет. А вот в том году мы порезали здесь, потому что были стекла. Сейчас все что угодно можно говорить, но стало чище. Вот это, то, что сделал батюшка, здесь облагородило все целиком. Поэтому... Ты не забивай, пожалуйста, ладно? Поэтому я что-то не сильно понимаю. Сейчас пойдешь к отцу Сергию туда поговоришь, если ты не мешаешь. Вот, поэтому я, честно, не очень понимаю, чего мы хотим добиться. Вот местные жители хотят чего добиться? Чтобы ушел? Класс! Потому что водку надо пить в полях, чтобы везде были стекла, чтобы мне было страшно ребенку здесь пустить, потому что там валялись раньше люди, а всю жизнь здесь паслись коровы. Навоз не помеха для ягод. А то, что мы здесь теперь очаг, и мы каждое воскресенье сюда ходим, и здесь собираются люди, и это все облагораживается, и он здесь занимается тем, что... Здесь вот раньше наркоманы были у нас в моем детстве, здесь собирались и выжигали, устраивали сектантские всякие вещи. И это все местному населению нравилось, потому что это их дети сюда ходили и разворотили все могилы, поэтому... А сатанисты, что ли, здесь да? были? Да, у нас здесь сатанисты были, здесь все стены... Что были. Они делали здесь? А у них здесь были... Мы с... Один накинулся вообще на моего отца с топором, когда мы зашли сюда на... Ну, это был, наверное, 98-й год еще, 98-й, да, 99-й. А они здесь устраивали свои... Как это называется? Даже не знаю, как это назвать. Ну, какие-то посвящения или что. Там все было исписано, весь храм. И это было ужасно. Это все местное население нравилось. Они вот так обходили, местное население, вот этот храм, потому что им страшно было. А сейчас им страшно. Вот сейчас им... Слов нет. Это потрясающий человек. Ему спасибо большое, что он здесь делает. Смешно, если бы не было так просто.